Самоизоляция не повод для скуки. Так решили пользователи социальных сетей и принялись выкладывать видео со своими увлечениями. Занятий, кстати, хватает. Люди снимают смешные ролики, занимаются спортом онлайн, танцуют и даже поют. В ТикТоке уже создали целый раздел под названием «Хобби на дому». Сейчас там порядка 30 миллионов коротких видеоматериалов с занятиями на любой вкус. К слову, самым популярным хобби стала уборка.